Известный путешественник Александр Капер, участник забега «Москва-Пекин», собирается преодолеть расстояние 8000 километров за 200 дней. Он стартовал 4 марта в Москве и уже пробежал более 700 километров. Несколько дней Александр гостил в Чувашии. Забег проходит через 16 российских регионов и 3 государства. Александру предстоит бежать в Монголии и Китае. В городах, которые уже остались за спиной бегуна, он встречается со школьниками, студентами, спортсменами. В Чебоксарах, например, он провел зарядку, а заодно рассказал о том, как надо подготовить организм к большим физическим нагрузкам, адаптировать его к погодным колебаниям. Ведь путь лежит через разные климатические зоны. Любой желающий может присоединиться к Александру и пробежать расстояние, которое ему под силу. Почему бы не сделать забег, который бы натянул бы дополнительные нити дружбы, дополнительные нити взаимосвязи, и чтобы китайцы, ну, стали ближе к нам, и мы к ним немножко ближе. И поэтому это такая новая коммуникация, новые мосты, новые ниточки дружбы. Есть Россия сильная, есть Россия с сильными людьми, есть Россия с спортсменами. И об этой стороне России тоже надо рассказывать и показывать всему свету. И в конечном итоге я ставлю большую задачу об изменении стереотипа о российских гражданах. Следить за бегом Александра Капера можно на сайте Москва-Пекин РФ. По треку найди Капера.